Здравствуйте! Прогноз погоды на телеканале Хабар. О метеоявлениях в стране на 21 мая расскажу вам я, Екатерина Жакишева. Благодаря антициклону на севере Казахстана по-прежнему солнечно, а температура продолжит повышаться. В Кокшетау переменная облачность без осадков. Во второй половине дня 28 выше нуля. В Кустанае небо нахмурится, но город останется сухим, плюс 29. В Петропавловске начнет припекать, значения поднимутся до 30 градусов. Циклон, пробившийся в низовье Волги, закачает на запад Казахстана еще одну порцию хорошо прогревшегося воздуха. В Актобе, несмотря на грозы, 30 выше нуля. В Уральске будет сухой и ясный день, плюс 29. В Атырау на небе практически не облако, нулевая вероятность осадков, ветер штилевой, 34 градуса жары. И в Актау по-прежнему зной на 31 на термометрах. На юге Казахстана облаков станет меньше, и только в отдельных районах могут брызнуть кратковременные дожди. В Туркестане продолжится жара, плюс 33. В Кызылорде зной снова начнет набирать обороты, 34 по Цельсию. В Шымкенте сохранится пожароопасная ситуация, пройдут грозы, 30 выше нуля. В Таразе удержится пасмурная погода, с частыми ливнями, днем 27. В Салтыкургане облачная дымка припудрит бархатную синеву неба. Дневной максимум достигнет отметки 23 градуса. На восток Казахстана будет пробиваться новая гряда грозовых туч. И лишь к отрогам Алтая ненастья добраться не успеет. В Усть-Каменогорске столбики термометров пока не сумеют дотянуться до своей климатической нормы – днем плюс 15. В Сюме влажность принесет с собой похолодание, значение зафиксирует 14 градусов. В Павлодаре уже пройдут небольшие дожди, 16 выше нуля. В центре Казахстана фон атмосферного давления повышенный, поэтому облаков немного. В Жезказгане сохранится ясная солнечная погода, плюс 28. В Караганде метеорологическая обстановка стабилизируется. Тучи заполонят небо, но осадков они не принесут. Температура вернется в рамки сезонной нормы. В разгар дня около 24 градусов тепла. В Алматы облаков прибавится. Ветер будет прохладный, до 7 метров в секунду. Ночью показатели поднимутся до плюс 11. А послеобеденное солнце подарит жителям города мягкое тепло, 22 выше нуля. Барометры покажут 691 миллиметр ртутного столба. Небо Нур-Султана одарит жемчужной россыпью облаков. После прохладной ночи с температурой 9 градусов дневное светило прогреет город до 26. Атмосферное давление продолжит превышать норму и составит 738 миллиметров ртутного столба. Солнечная активность и геомагнитное поле останутся спокойными. А это была метеорологическая служба телеканала «Хабар». Хорошей погоды!